Приветствую вас, Анна. Ну, во-первых, если говорить прямо о совете, да, то психологи советов не дают, но если вы спросите меня, я скажу, что вам бы на психотерапию, да, то есть не антидепрессанты пить, это медикаментозное лечение, которое может быть и помогает вам там определенное состояние поддерживать. Вот, но проблема не решает, да, как бы, поэтому не нужно думать, что работа именно с врачом, да, взаимодействие с врачом. Вот, есть, собственно, то, что вы делаете. Вам нужна именно психотерапия, это работа с вами, с вашей личностью. Вот. А не прием антидепрессанта. Хотя антидепрессанты тоже в ряде случаев нужны, но, повторюсь, все индивидуально. По описанию у вас наблюдается такой вот подавленное состояние, я бы сказал, что это депрессивное состояние, вот, то есть состояние подавленности. Когда возникает подавленность? Подавленность возникает из-за самобичевания, то есть вот есть у вас проявление самобичевания, когда вы говорите, что хочется стереть себя из жизни своих близких. Вот, то есть идет как бы такое отвержение себя получается с одной стороны. Вот. Подавленное состояние возникает, когда человек берет на себя слишком много ответственности. Вот. То есть при гиперответственности возникает ощущение, что человек как бы, ну, как бы сам себе не принадлежит, вот, и, соответственно, любые эмоции, любые желания, они, как бы, ну, причиняют только боль, вот, поэтому, сознание пытается их убрать. Что мне кажется, ну, вполне логичным, ну, наверное, да, вот, с учетом этих моментов. Еще, что мне также кажется, это то, что вы склонны себя, ну, как бы, обесценивать. То есть есть вот у меня есть такое, такое ощущение, что вы себя как будто бы обесцениваете. Есть такое ощущение, что вы не цените себя, вы не, ну, условно говоря, не считаете значимым то, что, например, вам хочется, не считаете важным то, что вам нужно, например, вот, и на мой взгляд, это работает немножко вот в таком ключе. Вот, что из этого к вам ближе по понятным причинам, я не знаю, вот, потому что, ну, с вами нужно поработать, с вами нужно пообщаться, наверное,
чтобы лучше понимать, о чем идет речь. Вот. Но пока что я думаю, вот примерно, ну, примерно. Я думаю, примерно в таком ключе. Вот, естественно, я не претендую на истину, вот, естественно, я не знаю, как могут обстоять дела у вас, естественно, я допускаю, что могу ошибиться, могу ошибаться, как бы я допускаю это вполне, вот, но, на мой взгляд, здесь нужно подходить к вопросу серьезно и деликатно. Потому что, как мне кажется, одна из основных задач, наших задач, является, значит, приведение вас в состояние и чувствование себя лучше, чем сейчас. Сейчас вы, по моим ощущениям, себя не чувствуете вовсе. Вот. Сейчас вы себя, по моим ощущениям, не ощущаете вообще. Вы себя не ощущаете вообще, вы себя не чувствуете. Вы себя, ну только вот всячески, ну может быть, не всячески, прямо вот, но подавляете. Вот. Мне кажется, что в этом ничего хорошего, позитивного для вас быть, в принципе, не может. Что, ну, в принципе, что нормально, как я думаю. Вот. А вам здесь не помогут советы, к сожалению. Вам советы здесь не помогут. Нужно разбираться в том, что из себя представляет ваша проблематика. Вот, нужно разбираться с этим, нужно смотреть, исследовать это, и вот уже когда будет информация, когда уже будет ну, больше понимания, вот, тогда уже и говорить, вот. О том, значит, что можно для вас сделать. Вот. Пока что это из области предполагать, честно говоря, мне бы не хотел. Потому что это есть риск ошибки, и что важнее, есть риск очень большой, существенный риск того, что у вас будет ощущение, что, ну, что вас неправильно понял. Вот, что вас неверно понял. Это последнее, чего я хочу для вас. Вот, поэтому давайте постараемся по возможности сделать все качественно. Давайте постараемся по возможности сделать все
грамотная, вот, и не будем, значит, еще больше подавлять вас советами. Вот, наша задача все-таки сделать так, чтобы вам было хорошо, вам было лучше, чтобы вам было ну, комфортно, приятно жить, вот, а не так, как сейчас. Вот. То есть вы же правильно, в общем, ну, высказываете идею о том, что хотите, чтобы в вашей жизни все было хорошо. Вот. Это очень классная как бы позиция. Очень перспективно, я бы сказал, позиция. Вот. Но ее нужно, эту позицию, как мне кажется, еще проявить. То есть вы говорите, что хотите, чтобы ваши, ну, во всех сферах вашей жизни было все хорошо. Я вас понимаю. Но для этого нужно, что-то делать. Знаете? То есть это ну, не работает так, к сожалению. Не работает так, что вы хотите просто, чтобы вас вот, во всех сферах было хорошо. И это происходит. Для этого нужно что-то делать. И, наверное, одним из таких вот ну, важных моментов достаточно является то, насколько вам интересна ваша жизнь. То есть, если вам ваша жизнь не интересно, если вам не интересно, то, там, допустим, как вы живете и так далее, и так далее, то откуда в таком случае у вас будет вот это вот, ну, вот то, о чем вы говорите. То есть откуда у вас будет вот это вот, грубо говоря, отличность во всех сферах. Ниоткуда она взяться не может. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот. Поэтому, если это у вас не просто слова, если вы действительно хотите в себе разбираться, то приготовьтесь, пожалуйста, потратить вот какое-то время на то, чтобы изучить себя, понять себя. Вот. Тогда уже скорее всего будет результат. Ну, результат будет на самом деле в любом случае это понятно. Как бы. Вот, такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, и надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, вам это было полезно. Надеюсь, вы сделаете для себя какие-то выводы. Надеюсь, вы ну, получили полезную для себя информацию. Вот. То есть я надеюсь, что у вас будет
какой-то отклик на мой ответ, чтобы было понятно, как вы восприняли то, что я вам сказал, то, что я вам озвучил. Вот это все, как мне кажется, достаточно важно. Вот, ну, на этом все. Желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго. Вот, и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Вот, вы молоды, у вас есть все шансы жить так, как вам хочется. Удачи!